Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, проверила качество ремонта асфальтового покрытия на территории детского сада номер 84 в Одинцове и встретилась с педагогическим коллективом учреждения. Рассказала о реализации наказов жителей округа и ответила на вопросы. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и контроля за исполнением наказов народной программы.